Pe următorul participant, viața l-a învățat să fie puternic, chiar și atunci când nu o vede. Dar a recăpătat o altă viziune, cea de a nu lăsa mâinile în jos. Здравствуйте, можно вам пожать руку? Зачем? Поздоровался с вами. Я еще не выступал. А мы не из жюри, мы ведущие этого шоу. Хотим с вами познакомиться. Как вас зовут? Иван. Иван, у вас очень крепкое рукопожатие. Здравствуйте. Добрый день. Скажите, как вас зовут? Иваном. Иван, как красиво. И откуда вы приехали? Из Чадарлунги, хотя жил 40 лет в Камрате. Мне себе 62 года. Тотально незрячий. И с чем вы нас будете удивлять сегодня? Я удивлять не буду. Я буду просто демонстрировать то, чего каждый человек на моем месте может делать. Но в силу того, что люди у нас немножко лодыри и не хотят по утрам вставать и заниматься своим совершенствованием своего тела, поэтому у нас и получается, что в армию идут хилые ребята. Ну покажите, покажите нам. Не зачахнуть, чтобы от скуки, я беру железо в руки, гну его, кручу, ломаю и про скуку забываю. Помогает мне железо делать жизнь свою полезной, укрепляет силу воли, а здоровье уж тем более. Кто с железом дружбу водит, много пользы в нем находит. Не могу не согласиться, нужно только не лениться. Считать, что вот он. Можете взять, потрогать, еще тепленький. Хорошо. Вот он. Он разошелся. Ваша сила просто показала нам, что у человека возможностей есть еще очень много. Силу воли главное не терять. У нас есть очень нежная девушка, вот моя коллега, и она просто такими глазами на вас смотрела. Серьезно? Что... Вот этой милой девушке, которой вы говорите, так смотрит на меня. Вот я ей на память дам вот такое. Пусть это не женский, не для женщины подарок, но тем не менее, вы будете знать, как будто бы со вторым Заикиным посидели в одном зале. Вот вам вот это вот на память. Хорошо, спасибо большое. Вы мне напомнили тех мужчин из сказок, которые были очень такие сильные. Богатыри. Богатыри.
Да. Браво, вы меня удивили сегодня. Eu n-am mai văzut așa ceva, mie mi-a plăcut foarte mult. Eu vreau să vă mai văd și eu vă spun da. Pentru că sunt femeie și femeilor le plac bărbații puternici și eu vă spun da. Спасибо. Я в восторге от вас. И, спасибо большое и вам. И вам тоже скажу да. Дома ваша жена после того, как постирает белье, она просит вас выжать? У нее же машинка. Есть машинка.